Один из самых удивительных опытов в человеческой жизни – ощущение взаимосвязи между людьми. Осознание, что ты нашел того, кто предназначен тебе судьбой, кто никогда не бросит тебя – вот что по-настоящему важно. Машина рассчитывает вероятность того, что пара останется вместе. Шансы, что ваши отношения будут успешными – 75%. Поздравляю. Зои, я хочу тебе кое-что показать. Мы буквально учим его чувствовать. Зои, Коул хочет приступить к моей социализации. Я попросил начать с урока танцев. Славная идея. Что, если я скажу вам, что я синтетик? Что я могу понять ваши эмоции и чувства лучше, чем кто-либо из присутствующих? Мне интересно, думаешь ли ты обо мне? Я надеялась, ты чувствуешь то же самое. Я не разобью вам сердце, никогда не брошу. Я создан для того, чтобы любить и понимать вас так, как не способен ни один человек. Ты ведь знаешь, что мне больно, когда ты рядом с другим. Нули и единицы. Роботы не способны чувствовать так, как люди. Да. Проверь нашу совместимость. Шансы, что ваши отношения будут успешны, равны нулю. У вас фундаментальная несовместимость. Что это значит, Коул? Мне нелегко признаться, это был тест. Прости меня, Зои. Это же моя жизнь. Ничего не понимаю. Я хочу, чтобы мы стали парой. У вас все было по-настоящему. Я все испортил. Пожалуйста, Коул, мне нужно знать, что будет с нами.